Warner Brothers Interactive Entertainment представляет. Производство компании NetherRealm. Смертельная битва. Где же старшие боги, Рейден? Их жалкая смертельная битва более меня не сдерживает. Они маскируются под драконов, но на самом деле они ничтожные черви. Мой яд распространяется. Скоро всему придет конец. Армагеддон. Остановись! Все кончено. Твое время истекло. Века, проведенные в бессмысленном сопротивлении. Настал рассвет моего правления. Да. Молись червям, Рейден. Пока твой мир рушится. Он должен победить. Лорд Рейден, в чем дело? Странные видения. Ваш амулет. Ничего, Люкан. Турнир начинается. Бойцы, я Шан Цунг. В ближайшее время каждый из вас будет участвовать в боях. Одни сюда пришли по собственной воле, другие по воле случая. Эй, красотка, я Джонни Кейдж. Рада за тебя. Что, массированный удар, гражданин Кейдж, имитатор ниндзя? Ни один из них не видела. Кано? Кажется, в таком не снимался. Вы принимаете участие в самой важной смертельной битве в истории. Данный турнир, 10-й после 9 побед внешнего мира, определит дальнейшую судьбу земного царства. Если вы одолеете всех ваших противников, то вы столкнетесь с последним испытанием.
со мной. Это старый Крич и есть последнее испытание. Лучше бы сразу мне отдали пояс. У них ведь есть пояса, верно? Что? Как это ты? Внешность может быть очень обманчивой. Нашим первым бойцом станет мистер Кейдж. Это правильно. Ну и кто на меня? Рептилия. Отличный трюк. Кто твой агент? Ну что ж, время киносеанса. Он от Кейджен. Вот и все. О да, я красавчик. И я вырублю тебя, вырублю тебя, вынесу тебя, вынесу тебя и отведу тебя поужинать. А теперь ваше второе испытание, мистер Кейдж. Барака. Ладно. Отличный грим, но неужели он сейчас необходим? Они отведают твои плоти. Чувак, я тащусь от этих клинков. С тобой должен встретиться мой продюсер.
Мы снимаем Томми кулаки-ножницы и... Мои поздравления, мистер Кейдж. А теперь прикончи его! Прикончить его? Ага, точняк. Убей его! Минуточку. Я не собираюсь никого убивать. Что ж, ладно. Турнир продолжится на рассвете. Что? И все? Серьезно? Так, куда подевалась эта киса? Ты отлично сражался. Спасибо. Отличная шляпа. Тебе стоит более уважительно относиться к лорду Рейдену. Он является защитником земного царства, богом грома. И я не знаю, в какие ролевые игры вы тут играете, но меня не впутывайте. Этот турнир куда важнее обычного шанса прославиться. Мы сражаемся за выживание земного царства. О чем ты вообще говоришь? Твоим последним противником был Таркатан. Он родился с этими клинками. Ага. Они были настоящими. Он представляет внешний мир. Если бы ты проиграл, то император Шао Кан на шаг бы приблизился к буквальному поглощению нашего мира своим. Внешний мир. Заливай дальше. Старшие боги создали турнир смертельной битвы, чтобы дать шанс обителям земного царства защитить самих себя. Но если мы сейчас проиграем, то Шао Кан поработит всех. Слушайте, парни, я актер. Я спасаю мир перед камерой. Если этот император действительно представляет угрозу, то вызовите военных. Ну а я, у меня свиданка с блондиночкой. Чао. Что ты в нем видишь? Он герой, Лю Кан. Хотя он об этом пока и сам не знает. Триангулируем твой сигнал о эвакуации, но... Там нет острова. Да я на нем стою. Просто зафиксируйте частоту моего передатчика. Понял. Каков ваш текущий статус? Они захватили Джакса. Если я не буду участвовать в этом безумном турнире, они его убьют. Я попробую. Помощь нужна? Я специализируюсь по спасению дамочек, попавших в беду. Снова ты. Слушай, у меня тут серьезные проблемы, и я не в том настроении, чтобы флиртовать с какой-то кинозвездой. Да ладно. Такая цыпа, как ты, не должна блуждать одна по этому шоу уродов. Слушай, малышка, я не могу тебя отпустить без сопровождения. Я не нуждаюсь в сопровождении. И уж точно, я не твоя малышка. Раунд 1. Файт! Неплохо для... девчонки. Слушай, прости за это. Мне нужна твоя помощь. Ладно, пусть будет по-твоему. Просто оставлю тебя с твоими проблемами. Отличная идея. Теперь, когда он тебя ослабил, пришел мой черед. Не хватает мужества для честного поединка. Честность — это не мое. Не поднимайся, дорогая. Скажи, как там твоя команда поживает? Блюдо. Доверчивая сука. Всего лишь указал тебе неправильное направление.
У меня бы без тебя ничего не получилось. Спецназ уже в пути. Тебе не уйти далеко. Выживание — это мой конек. А вот ты, напротив, подохнешь. Отвали от дамы. Фанаты считают, что мои фильмы — это сплошные веревки да спецэффекты. Но правда в том, что я сам сплошной спецэффект. Раунд 1. Файт! Приставай к своей, Барби. Креветка? Спасибо. Пожалуйста. А кто он такой? Его зовут Кано. Он был нашим информатором по делу черных драконов, крупных торговцев оружием. Оказалось, что он их лидер и просто водил нас за нос. Очень много наших агентов погибло из-за него. Так значит, это не просто костюм, а ты в самом деле военная? Спецназ. Да иди ты! Так значит, тебе известно об этой ерунде с угрозой миру? Рейден так и вызвал кавалерию. Рейден? Понятия не имею, о ком ты говоришь. Твою мать. Он не мог далеко уйти. Ничего, подождет. Я ценю твою помощь, Кейдж. Джонни. Но сейчас у меня есть вещи поважнее. Моего командира заперли где-то на этом острове. Я должна его найти. Джакс. Джакс, ты здесь? Боже мой. Что они с тобой сделали? Беги, девочка. Беги. Мисс Блейд. Вы меня не разочаровали. Я вас ждал. Отпустите его. Мы не участники вашего турнира. Совсем наоборот. Как по мне, вы достойный боец. Вы сразитесь с Аб-Зиро, одним из ассасинов клана Лин Куэй. Сейчас ты ощутишь ледяное объятие смерти. Yeah!
Sonya wins. Round two, fight. Готово. Мы уходим. Станешь у меня на пути, я надеру твою. Вызов? Нет. Не ты должна бросать вызов Шан Цунгу. Ты тоже хочешь? Я не против. Раунд 1. Файт! Достаточно. Прикрой глаза. Что? Глаза прикрой. Джакс, давай, уходим отсюда. Самое время. Ты помог им бежать. Ты позволил им бежать? Далеко они не уйдут. Давай, Джакс, живи. Это приказ. Так значит, ты теперь главная? Командование войск специального назначения. Это Соня Блейд. Где отряд эвакуации? Блейд, они уже в пути. Летят к вам. Вас поняла. Мы уже практически дома, солдат. По приказу Шанг Цунга никто не покинет этот остров. У меня нет на это времени. Брось с дороги. Раунд 1. Файт! Yeah!
Подобные сюрпризы вроде них нам явно не нужны. Как ты? Держишься? Нормально. Лжец. Я вернусь после того, как доставлю тебя на базу. Кано все еще где-то здесь. Твоя одержимость им может привести тебя к смерти. Я ему доверилась. Как и все мы. Но использовал именно меня. Похоже, прибыл наш транспорт. Будь ты проклят! У тебя появился соперник, Кано. На сей раз, красавчику, тебя не спасти. Round one, fight!
Sonya wins. Round two. Fight! Пойдешь со мной. Кано не твой заключенный. Хотя бы Джаксу помоги. Ему нужен врач. Ублюдок. Вот она. Соня, ты цела? Эй, похоже, тебе удалось его найти. Как дела, сержант? Он ран. Эй, ты что делаешь? Все хорошо, он свой чувак. Какого? Джакс! Правда, он хороший. Это потрясающе. Я же говорил, оказывается, он бог. Благодарю вас, Рейден. Не стоит благодарности. Я предвидел эти события, это воспоминания из моего будущего. Благодаря ним я поверил, что вы все связаны с судьбой земного царства. Что вы видели? В моих видениях Шаокан стал неуязвимым. Он уничтожил всю жизнь в земном царстве. Мы все умрем. Я думаю, эти воспоминания объяснят, как победить Шаокана. Однако вмешательство в поток времени может привести к серьезным последствиям. А я и не парюсь, вы по-любому всем наваляете в турнире. Без прямого вызова я не могу принять участие. А что нам делать, помимо того, чтобы стоять здесь и рисоваться? Пока турнир должен идти своим ходом. Ну что ж, хорошо. Мы с вами, Рейден. Бойцы! Сейчас начнется следующий поединок. Скорпион. Призрак Нижнего Мира. Воскрешенный кудесником Куан Чи. Кто среди вас достоин принять вызов? Где Саб-Зиро из клана Лин Куэй? Он убил мою семью и уничтожил мой клан. Мне нужна его голова. Я знаю, что это ты, Кунг Лао. Шаолинские монахи выбрали Лю Канга как представителя вашего ордена на турнире. Я ничуть не слабее Лю Канга. Это еще нужно доказать. Смотри, увидишь. Я принимаю вызов. Кунг Лао. Позабудь о Лин Куэй. Ты сразишься с Шаолинем. Ты пожалеешь о своей импульсивности. Round one, fight!
Ты пока что не воин. Кунг Лао! Слушай, когда говорят старшие, тебе не победить в этом бою. Я одолел противника Шанг Цунг и требую Саб-Зира. Ты не вправе ничего требовать. Найтволф! Твоя агрессия неуместна. Да что ты можешь знать о моем прошлом? Ты не единственный, чей народ пал жертвой. Но я нашел новое предназначение в служении духом. Я не цепляюсь за свое прошлое. И ты более не ищешь возмездия? Ты позоришь свой род. Я чту память павших в бою.